Китайского сотрудника Apple обвиняют в краже технологии беспилотного автомобиля. Американские СМИ сообщают о том, что Федеральное бюро расследований задержало сотрудника компании Apple по имени Цзи Жонгчен, Джусхонг Чен. Этот инженер родом из Китая, с которым у правительства США в последнее время очень натянутые отношения. Причиной для задержания стали подозрения в промышленном шпионаже. После ареста на компьютере сотрудника были обнаружены тысячи бизнес-документов компании Apple. Большая часть документов касалась разработок Apple, связанных с беспилотными автомобилями и соответствующими технологиями. Источники утверждают, что задержанный сотрудник Apple хотел устроиться на работу в китайскую компанию XPeng Automobile, указав в своем резюме, что он имеет в распоряжении большое количество интересных документов. В официальном заявлении компания XPeng Automobile заявила, что она не получала резюме от этого человека, а также не имела с ним никаких контактов или встреч. Компания полностью опровергает все слухи, которые распространяют американские СМИ. В прошлом году XPeng Automobile уже фигурировала в подобном скандале, когда к ней перешел работать бывший сотрудник Apple, которого обвиняли в краже технологий беспилотного автомобиля. Но и тогда XPeng Automobile заявила, что это обычные слухи.